Ага, доброе утро. Вот так вот начинается наш день. Отвозим тортик сегодня. Вот такую вот десятку. И потом едем еще в Краснодар. Дети там взяли с собой рисование, все хрюкают, все какие-то приболевшие, да? Почему? Я сейчас сам капаю, сам сморкаюсь. Да? Антон Сергеевич. Мы уже все на Уральске, но сегодня прям свободнее, да? Сегодня же день города продолжается, но вчера был салют. В общем, праздник, хотя должен быть праздник через неделю, но его почему-то перенесли. Сократили. Ну, как бы на неделю из-за погоды, то что потом вроде бы, да, дожди обещают. Не знаю. Или почему его перенесли. Должен быть и крайние выходные сентября, то есть это следующие выходные. Или там уже 1 октября. Или там уже, вот сейчас мы в Вегу, да, если есть парковка. Есть парковка. А, ну если 29-е, тогда должны быть. Серёга, я знаю, что у нас слабо. Дети, подъем! Вега! Мы прибыли. А, тут какой-то фонтанчик, да? Вега, Вега. Я закрыла? Да. Вега, Вега. Ага. Вера сюда выглядит. Вера, да. Поднимаемся на экскаваторе. А мы куда сейчас? В мир охоты, Сержень? А вот это он, да? Тут прям целый супермаркет. Мир охоты. Савчик. Да? Не, не только не садись. Или ты хочешь посидеть? Классный, да? А вот поменьше, посмотри. Садиться на технику только в присутствии или с разрешения сотрудников. Так что пока не садись. Вот какой Афони, да? Сколько он? 60 тысяч. А вот гироскутеры, да? Не знаю. Перейдем в мир охоты. Гипер. Я достаю до него. А-а-а. Могу достать до торта. Афоня идет за покупками. Какой красавчик, да? Только мне его жалко. Тебе его не жалко? И мне тоже жалко. Висит такой грустный, да? Где-то сколько рыбы. Сразу купим рыбу. Зачем нам на рыбалку? Не, не надо. Она стоит, как будто настоящая рыба. Столько уточек. И вот утки. Бля, прям с лапками, да? Мама, а кто купил гуся? Гуся? Это к папе спроси. Глянь, какой. Мягкие такие. Они тяжелые. Да. Большие. А вот посмотри, какие. Большие. Большие мягкие. А, да, сейчас я у папы спрошу, можно его купить? Афоня хочет поспать с уточкой. Мам, ну нас спать. Она не будет спать. Ну нас не спать. Она то спать нет. Да? Она добрая? Мам, смотри, какая! А мы сюда тут положим. Вот так. Покажи, где воздушки. Ну вот, а еще есть не работа. Папа, смотрите, какой дроба. Да это макеты. А, макеты? Гляньте, сколько здесь, да? Смотрите! В общем, покупаем Григорию воздушку. Бери-ка, ура! Ты уточку катай. Глянь, какая красота. Это что? А это что такое? Чехол? Да, а вот 3 миллиона стоит. С резной. Да, да, коллекционный. Да, какая красота. Гля, как все красиво вырезано. Скажите, Григорий, ты счастлив, сынок? Я вон стою, я хер перейду, поехали. Пошли, развернемся, да? А? А, тут тоже же не развернешься, да? Да, а ну нет. Вроде бы вот близко-близко, близко, да? Будем ехать. Ну да, она ж близко-близко, но... Папа зашел в другой магазин. Ну, что-то это... тут трактора вот какие-то продают. Что-то это, не чтобы знаю. Найти запчасти на Марсу. Да, что-то там в нем какие-то... Не можем найти. Я даже не знаю, как называется. Был ли там аккумулятор вообще? Тут вот уже все, эвакуация. Да, если не инвалид, да,
то тут прям сейчас на СБСе работают дяди. Ну, мы как-то стараемся не становиться, да, наверное? Да я лучше буду кататься, ждать стоянку, чем на инвалидную. Потому что когда реально инвалиду надо стать, да, то ему негде стать. Ну, вот знак он на семерке есть. Зашли в Леруа Мерлен, тут какие вот на солнечных батареях классные котики. Будут глаза у них светиться. Нет, это будет, когда темно они... То есть смотри, ты как их проверяешь, вот так вот закрываешь эти... Или они тут выключены, в общем, не знаю. Что же тебе сделал? Будут котята? А, горят, да, глаза? Да, такие у нас есть, да? Еще от солнечного света очень красивые такие. Вот эти вот 168 рублей. Кого, котик? Да. Все голодные, накупили кучу еды, купила помидорчики. Пирожки. Уже открыли воздушку. Творог, сметана, сгущенка. Да? Купила еще, Антоха выбрал шаурму ему одну. Здесь уже готовый салат. Это все мы в станице сейчас покупали. А мы что, ее пожарим? Нет, она уже жареная. Сейчас я все только подогрею. Так, зашли еще в Пятерочку. Купили чай по скидке 179 рублей. И вот. Угу, дали вот таких это вот человек. Человечков, как раз было на 1500, там покупка и 3 штучки дали. Знаете что? Знаете, как его называют? Человек-муравей. Да? Да. Суп. Еще купили мидии, 2 в масле, потому что иногда в рассоле бывают слишком кислые. Кислые? Афоня выбрал себе вот эту машинку в Элли. Но это не сладость, ничего. А Афоня сушку. Я еще хотела я же не знаю, это сержу мне колбасу. Там что мне нравится в Пятерочке, только чипсы и газированная вода. Так, что еще? Батон сразу нарезной. 2 молока взяли. Мам, я сделала, чтобы Афоня где открывала. Который коневское молоко, станица. Мам, это ж хорошо. Так, рыбку, потому что после вчерашних роллов мне так захотелось просто поесть рыбы красной. Вот решила себя побаловать сегодня. И что еще? Наш любимый черри кетчуп. Не знаю почему, но он почему-то именно вот этот нам очень нравится. Пельмени купили Цезарь аж за 400 рублей килограмм. И Сержуня говорит, ну, надо попробовать, чтобы понять, вкусные и невкусные. Действительно ли они такие вкусные? Сейчас отварим, попробуем. Что еще? Сырный соус. Обычно берем кальву, не знаю, как Астория, попробуем. Мама. Можно. Что еще? Я еще была по скидке 79 рублей. Криль, поэтому я обожаю пасту вот этого криля. Просто супер вкусно. И колбасу. Вот Гриша. Такую еще взяли. Это Гриша, да, выбрал? Иду на улицу, гляну, что там дети. В общем, мы уже дома поели, тут наелись. Я уже с родней поболтала. Все по плану, в общем. Женя, кстати, уже пристрелял эту воздушку. Они тут уже стреляли. Вот видите, все десяточку. Антоха попал в десятку. А Сержуня пристреливал. Все вокруг где-то. Здесь вот куча мишеней. Все стреляли. А, вот этот пристрел. Когда все было мимо-мимо, а вот потом уже стало все нормально. У нас, как всегда, футбол. Чем еще заниматься? Я не знаю, Гриш. Антош, ну и ты так же делай, как он. Да он уже, ты не я нападающий. Да ладно, уже не надо ссориться, гуляйте тогда по своим правилам. Ты что тут делаешь? Ты судья? Да. Как ты судишь, расскажи. Гол или не гол? Так был бы. Афонь, так ты судья? Да. Что ты кричишь? Ты целовал!
выше ворот. Ешь!